этом видео мы покажем вам вязаные нами предметы интерьера. Это наволочка на диванную подушечку, выполнена из пряжи Ализе Дива Силки Эффект. Пряжу привезли мы из Турции. Эта пряжа красивая, 100% микрофибра. Наволочка выполнена спицами. Сзади мы оформили застежку. Наволочка получилась очень уютная, приятная, но вязать ее было очень долго, потому что я взяла очень тоненькие спицы, и работа заняла много времени. Верта, Вертулечка, девочка моя, сладкая такая, солнышко мое. А это вязаная нами штора. Посмотрите, какой красивый ажурный узор. Вот веерочки внизу. На окне вязаная мною штора. Я выполнила ее крючком. Нитки были использованы натуральные. Ромашка, мерсеризованный хлопок. Вот такая кайма с веерочками. Я ее слегка подкрахмалила. Левую часть шторы я оформила каймой с узелками. Сейчас покажу узорчик поближе. Вот такие вот узелочки. Я вяжу всегда с огромным удовольствием. Вязание для меня необходимо для того, чтобы развивать руки. Мелкую моторику. Это укрепляет память и оздоравливает организм. Вязала вот такими я пучочками штуку. Мне нравится этот узорчик очень. И вязать его приятно. Сверху я связала петли крючком, при помощи которых мы закрепляем штору на карнизах. А это из льняной пряжи мы связали скатерти. Сейчас мы показываем скатерть, которая не используется в интерьере нашего дома. Выполнена скатерть полностью спицами, правда, обвязана крючком. Пряжа льняная, не отбеленная и не окрашенная. Это ее натуральный цвет. Брали в одну ниточку. Эта скатерть готова, накрахмалена, но пока лежит. А вот эта точно такая же скатерть, выполнена из той же самой льняной пряжи. Но теперь мы брали в две нити. То же самое спицы, обвязка крючком, но эта скатерть у нас отбелена, потому что мы ее используем на столике журнальном, а иногда на кухонном столе. Эту скатерть я связала полностью крючком из пряжи Ализе Дива Силки Эффект, которую я купила в Турции. Вот такая кайма. Для вязания каймы я вначале провязала ряд из столбиков витых, а потом уже вязала вот этот ажур. Верхняя часть скатерти у меня полностью связана из витых столбиков. Причем кайму я вязала сразу так, чтобы угол обогнуть Икеевского островка. Эту шляпу я выполнила полностью крючком. Этот предмет интерьера я связала тоже крючком из секционной пряжи Ализе Дива Силки Эффект. Один моток имеет сразу несколько окрасов, которые ложатся потом в затейливые узоры. Здесь у меня выполнена крючком также кайма. Эта вещица полностью квадратная. Вот квадратик. Наша занавесочка на окошко декорирована листочками, цветочками, а также вот такими красивыми элементами в стиле ирландского кружева. Сверху шторка имеет вязаные крючком петли, при помощи которых мы прикрепляем штору к карнизу.
Я очень люблю вязать. Сейчас я вяжу плед на диванчик. Я пришила вязаные крючком элементы ирландского кружева на основу. Подушечку сделала. Сшила я наволочку и связала такой вот фрагмент. Внутри набила синтепоном. Для нашего лесного домика я связала вот такой плед спицами. Только лишь отделочка цветочками. Эта кайма у нас выполнена крючком.